Значит, остеохондроз, бич современного человечества, это, как говорят, плата за прямохождение у человека, и ему совершенно не важно, как ему объясняют это все, у него болит спина, что тут делать? Конечно, есть разные фазы развития процесса, если у человека только немножко спина начинает болеть, вот чего-то где-то защемляет, ну где-то вот не очень приятно. Обыкновенная программа «Здоровый позвоночник» в большинстве случаев, процентов 90, позволяет человеку избавиться очень быстро от этих неприятных ощущений, за неделю все уходит. Вот, личный опыт, пришел ко мне водитель, молодой парень, который ездил на дальние расстояния один, постоянно нагрузка, естественно, что дороги разные, и тряска, и всевозможные вибрации, другие воздействия, сидячий образ жизни, вот такие проблемы у него были. То есть буквально приобретя прибор, в течение недели он поездил, он говорит, мне так все понравилось, я его больше не видел. Он мне только звонит по телефону, говорит, прибор работает отлично. То есть боли в спине, а у нас водители, какая часть населения? Большая часть населения водители, которые постепенно, в общем-то, проблемы такие могут возникать. Это вот одна сторона вопроса. А потом, если нам говорить о более серьезной патологии, как, например, грыжа пояснично-крестцового, чаще всего возникающие, различные радикулиты. Использование прибора позволяет и обезболить очень хорошо, и улучшить кровообращение местное в данном органе. Ну и, соответственно, конечно, желательно, чтобы человек прошел обследование еще и не только на предмет наличия проблем с позвоночником, но и те органы, которые связаны с определенным сегментом позвоночника. То есть, если у человека болит спина у мужчины, посмотрите, какая у него простата. Если у человека болит грудной отдел позвоночника, посмотрите, в каком состоянии находится желчный пузырь и печень. То есть в комплексе надо решать данную проблему. Но опять же, оговорюсь, что использование только приборов электромагнитной терапии ДЭТа уже позволяет снять очень многие проблемы. Потому что человек чаще всего не задумывается, что у него там, грыжа там или что. Он болит у него, ему надо обезболить. И уже вот это безлекарственное воздействие, оно приводит к очень хорошим результатам.